ночь выборов. Как в штабах политических партий встретили результаты голосования? Взрыв в центре Анкары. Власти говорят, это мог быть теракт. Праздник света. Во Франкфурте-на-Майне начался уникальный фестиваль. Не разобрались. Трех медведей смутил розовый воздушный шарик. Радостными криками предварительные результаты выборов встречают сторонники партии «Альтернатива для Германии». Правопопулистская политическая сила прошла во все три ландтага. Социологи предсказывали им от 9 до 19% голосов, а они в Саксонии-Анхальт набрали почти 23%. Лидер партии Фрауке Петри, прославившаяся своим призывом стрелять на границах беженцев, объясняет этот успех так. Все дело в катастрофической миграционной политике Ангелы Меркель. У людей, наконец, открылись глаза. Вот почему мы победили. Радуются, обнимают и поют в избирательном штабе социал-демократов в Майнце. Премьер-министр земли Рейнольд Фальц Малу Драйер смогла сохранить свой пост. Мы все можем быть счастливы, потому что наша партия в Рейнольд-Фальц укрепила свои позиции. Я знала, что мы победим, но такого триумфа даже я не ожидала. Спасибо вам. Совсем другая обстановка в штабе партии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз». Кандидат от этой партии Юлия Клёкнер проиграла Малу Драйер. Остается только благодарить сторонников. Спасибо вам. Мы боролись, я боролась, и мы были едины, как никогда до этого. Мы не смогли достичь главной цели, но были вместе. Спасибо. Политическая сила канцлерин потеряла часть голосов во всех трех федеральных землях. Самые печальные результаты у нее в Баден-Вюртемберге. Там количество сторонников ХДС по сравнению с прошлыми выборами уменьшилось почти на треть. Предварительные результаты выборов. В Рейнланд-Фальце больше всего голосов, 37%, получают социал-демократы. У христианских демократов 32%. Следом идет альтернатива для Германии с 12%. СВДП с 6%, зеленые с чуть более 5%. Национал-демократическая партия Германия набирает 3,2%, левая 3%. Результаты голосования в федеральной земле Саксония-Анхальт отличаются незначительно. Тут на первом месте Христианско-демократический союз. У него 30%. Далее также альтернатива для Германии с 24%. Левая партия, которая набрала почти 16%. У СДПГ более 10%. У зеленых 5%. У СВДП чуть менее 5%. В регионе Баден-Вюртемберг больше всего голосов получила правящая там зеленая партия – 30,5%. За ними следует Христианско-демократический союз с 27%. У альтернативы для Германии – почти 14%. У СДПГ – около 13%. У СВДП – более 8%. Левая партия с результатами менее 3% в парламент не проходит. Взрыв в столице Турции. По предварительным данным, погибли как минимум 27 человек, ранены 75. Взрыв произошел на автобусной остановке рядом со сквером Гювен-парк в самом центре турецкой столицы в момент большого скопления людей. Полностью сгорел один муниципальный автобус и несколько автомобилей. Очевидцы говорят, взрыв был такой силой, что звук от него было слышно в нескольких километрах, а над центром города поднялось облако дыма. Место происшествия оцепила полиция. В район прибывают машины скорой помощи. Пожарные борются с огнем. Турецкие власти не исключают, что это мог быть теракт. Напомню, 17 февраля в Анкаре террорист-смертник взорвал припаркованную машину около притормозившего автобуса, который вез в общежитие военных. Тогда жертвами теракта стали 29 человек. Еще около 60 получили ранения. Наступает вечер, зажигаются огни. Во Франкфурте-на-Майне открылся фестиваль света и архитектуры «Люминале». Поглядеть на чудо приезжают ценители прекрасного со всей Германии. Я раньше не слышал об этом фестивале, а тут мне пару месяцев назад рассказали о нем друзья на работе. Я с нетерпением ждал, когда же он начнется. Приехал посмотреть. Действительно, впечатляет. Радуются огням над рекой и туристы, и местные жители. Это очень красиво. Я считаю, что организаторы все очень правильно придумали. С этими огнями наш город становится просто волшебным. Круто, когда такое разнообразие, а то идешь вечером домой с работы, а весь город серый. А теперь такая красивая подсветка. Это очень поднимает настроение. Во время фестиваля на здании будут проецировать картины разных цветов, но больше всего будут проекции в цветах Евросоюза – синим и желтым. А на главном здании Европейского центрального банка разместился огромный знак европейской валюты.
Но чисто малые дети. В голландском сафари-парке медведей до глубины души поразил розовый воздушный шар. До этого животные никогда не видели ничего подобного. И когда шар случайно попал к ним в лапы, ускользнув от одного из посетителей, очень удивились. Неизвестный предмет заинтересовал животных. Но медведи не могли понять, что же это такое, что с этим делать. Они обнюхивали шар, трогали его носами и лапами. И даже попытались сыграть им во что-то похожее на волейбол. Но игра быстро кончилась, шарик же лопнул. А медведи остались недоумевать. Что же это было?